Заседание штаба провел губернатор Алексей Русских. Начали с вопросов благоустройства территории. В марте состоялся конкурсный отбор среди многоквартирных домов, дворы которых приведут в порядок. Победителями стало 40 ульяновских дворов. Денежные средства на указанные работы в размере 200 миллионов рублей выделены из областного бюджета. Напомню, в конце прошлого года я объявил о разработке и реализации программы «Мой двор» и поручил выделить 500 миллионов рублей на благоустройство дорог Ульяновской и Метрограды и районных центров Ульяновской области. На территории Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Цифровая экономика». В рамках проекта «Информационные технологии» правительство поддерживает ульяновские IT-компании и разработчиков. Начиная с 2016 года эти компании работают по упрощенной системе налогообложения. И за 2023 год наши IT-компании перечислили в областной бюджет 1 миллиард 824 миллиона, а когда-то начинали с 300-400 миллионов. То есть это говорит о плодотворном сотрудничестве между правительством Ульяновской области и IT-компаниями. У нас сейчас на территории региона 154 компании, которые получили аккредитацию Федерального министерства цифрового развития. А это как раз дает право участвовать в оплате налогов по упрощенной системе. В Ульяновской области ведут борьбу с паводком. В муниципальных образованиях созданы противопаводковые комиссии. Разработаны и реализуются планы по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводка. Для этого задействовали 298 бригад, 1176 человек и 366 единиц техники. Со всеми бригадами проведены тренировки, направленные на сокращение сроков ликвидации инцидентов и аварий на коммунальных сетях. Проверена готовность к работе резервных источников электроснабжения, их наличие, а также обеспеченность запасами топлива. Созданы аварийные запасы для проведения восстановительных работ и работ по дезинфекции источников водоснабжения. На автомобильных дорогах Ульяновской области начали делать ямочный ремонт. В планах отремонтировать не менее 700 тысяч квадратных метров региональных дорог. Сформировано 15 бригад по весеннему благоустройству дорог и ликвидации ям. Более 1000 квадратных метров покрытия дорог уже отремонтировали. Всего на территории Ульяновской области в дорожно-строительный сезон планируется задействовать 15 асфальтобетонных заводов. В целях осуществления контроля готовности подрядных организаций к предстоящему дорожестроительному сезону в период с 1 по 12 апреля специалистами Департамента автомобильных дорог будет осуществлен объезд всех асфальтобетонных заводов по мере их запуска. Губернатор поручил министру Сергею Воронцову обратиться к опыту соседей в Казани, которые преуспели в ямочном ремонте. На Майской горе опасные ямы уже заделали. Дорога от поселка Мирного до Чердаклов ждет своей очереди. Дорогу на Шигаево губернатор поручил сделать в ближайшие дни. Также в Ульяновск приехали 80 жителей Белгорода, в их числе 50 детей с родителями. Гости проведут в Ульяновской области 21 день. Отдохнут и поправят здоровье в санаториях Радон и Итиль. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Ул-Правда ТВ.